Глава Дербента Хизри Абакаров проверил, как идет подготовка участков к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Он побывал на одном из таких объектов для голосования, организованном на территории общеобразовательной школы номер 20. Участок обустроен не внутри здания, а перед ним прямо на открытом воздухе. Он обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и полностью подготовлен к процедуре волеизъявления. В помещениях и коридоре школы регулярно проводится дезинфекция. Перед входом у голосующих будут измерять температуру. За каждым столом будет сидеть только один человек на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Каждому из участников голосования будет выдан санитарный набор, в состав которого входят перчатки, ручка и одноразовая маска. Будем проверять все участки, какая у них готовность, что нужно, будем предоставлять. Ну вот первый участок мы посетили. 04-96, мне понравилось, очень хорошо подготовлены. Надеюсь, у всех тоже будет так же. Но мы все участки проедем, посмотрим.